После 30 лет нахождения на орбите космический телескоп Хаббл сделал несколько поистине пугающих наблюдений. От гигантской туманности Таранту до магнитной галактики монстров. Но ни один из этих жутких снимков не сравнится с последним изображением Хаббла. Это гигантская космическая тыква. То, что похоже на два светящихся глаза и кривую резкую улыбку, на самом деле является столкновением двух галактик. Весь вид составляет около 109 тысяч световых лет в поперечнике, что примерно соответствует диаметру Млечного Пути. Этот жуткий дуэт, занесенный в каталог как NGC-2292 и NGC-2293, прячется в созвездии Большого Пса. Общий тыквенный цвет соответствует свечению стареющих красных звезд в двух галактиках. Голубоватая улыбка из-за новорожденных звездных скоплений, расположенных вдоль недавно сформировавшейся пыльной руки. Хотя это и страшно, Хаббл не первый раз видит, как Вселенная оглядывается на нас. В 2019 году Хаббл стал свидетелем еще одного жуткого лица, размером с галактику, блуждающего с звезд. И давайте не будем забывать об ужасной прозрачной туманности или гигантской машущей тени летучей мыши в космосе. Отважный космический телескоп Хаббл продолжает свою миссию по раскрытию загадок Вселенной, какими бы страшными они ни были.